1-1, а это значит, что король поп-музыки Филипп Киркоров сейчас на нашей сцене. Этот год стал для него удачным. Рождение принцессы, новое шоу, а на десерт Филипп оставил для своих почитателей дуэт с несравненной Машей Распутиной. Красивая любовь, мы отдали ей дань безумства. О боже, как была к лицу тебе твоя весна. Но осень на дворе, деревья в серебре. Увы, привычка охладила нас. Но осень на дворе, деревья в серебре. Увы, привычка охладила нас. Снежинки на ресницах таяли, и зачарованно читали мы красивый незаконченный роман про любовь без измен. Но все когда-нибудь кончается, так от судьбы давай уйдем сейчас, оставив незаконченный роман в парке на скамье. Немало между нами радостных воспоминаний, но я бы не хотела знать агонию любви. Расставшись мы с тобой, спасем свою любовь от сложных разговоров и обид. Расставшись мы с тобой, спасем свою любовь от сложных разговоров и обид. Снежинки на ресницах таяли, и зачарованно читали мы красивый незаконченный роман про любовь без измен. Но все когда-нибудь кончается, так от судьбы давай уйдем сейчас, оставив незаконченный роман в парке на скамье. Снежинки на ресницах таяли, и зачарованно читали мы красивый незаконченный роман про любовь без измен. Но все когда-нибудь кончается, так от судьбы давай уйдем сейчас, оставив незаконченный роман в парке на скамье. Дорогие друзья, пусть в наступающем году ваше настроение всегда искрится оптимизмом, как игрушки на елке. Я бы даже сказал, как звезда на елке. А еще лучше, две звезды. Тянитесь к звездам, и они обязательно будут к вам благосклонны. И если хотя бы одна из них в эту новогоднюю ночь упадет, не забудьте загадать желание. С Новым годом! С
заметает твои следы. И по кругу зачем бег? И бежишь от меня ты. Не дает до утра спать. Снег растаявший, он вода. Ты одну лишь должна знать. Я люблю тебя навсегда. Ну вот и все. Подошла к концу наша программа «Две звезды». Мы надеемся, что мы сделали ваш праздник чуточку громче, чуточку ярче, чуточку веселее. Мы очень старались. Пусть наступающий 2012 год зажжет в вашей груди новый огонь и станет для вас годом успеха, побед и маленьких подвигов. А мне еще раз хочется поздравить всех россиян с Новым годом, пожелать всем телезрителям больше оптимизма, верьте в чудеса, и все ваши мечты станут реальностью. С наступающим Новым годом! В 2 часа двери распахнутся вдруг, я войду.